Уже два босса убили. Так, подзавалил. Ебать жестко, слушай, ты научишь меня так ему тоже говорить? Научи меня так же не получать. Плюху бери. А, ну да. Хорошо подумал. Я понял нахуй. Не, я ливну нахуй сразу, если его возьму. О, а перезарядка. Перезарядка. Нет, ревностный прок. Ну. Да заебали хилы, моча! Че, тебя убило опять? Окей, чес в хилботе, раз. Че, уже клуб ливеров, да, собрался? Типа. Там уже кто-то плотного хлопнул. Это жестко, жестко. Так, Хэлла. Хэлла хотят убить. Еще в ЧС, да? Да, в натуре. Тебя пора убить. Ой, подвисло. Ты старый. Бывает. Блять, а почему у нас такой мужицкий коллектив? У нас ни одной девочки не говорит нахуй. Пасифея, Стелси и кто там еще? И Юля, когда вы говорить начнете? Мне кажется, в 2100 году только, да, когда уже все постареем нахуй. Тебе похуй вообще? Нет, нахуй. Ну хоть какое-то, блять, разнообразие было бы, блять. Это в бок, уходим, чтобы эти пидоры нас не превратили. А, они ушли уже. Ну бери VR-ки, ну слушай, пусть он хоть посмотрит, если нам некого брать с замены. Или у нас есть кто-то? Сейчас я найду, блядь. Ебать там набор, VR, хинкаленка. Ебать. Только где кнопка покинуть рейд, блядь? Один лучше другого. Знаешь, ты устал уже? Команду составляешь? Хоть босс остается, но... Берете хинкаленку, это сразу несколько... Один косячит, умирают все. Как бы тут надо аккуратнее с этим. Лучше 24, чем без... Не проверено. В натуре это серьезная хуйня. Это да Вяркину в бок поставим, блядь. Бьем патруль. Даю по левому, короче. Патруль. Сука. Вихрь готовим по своим. А лучше убить их. Не надо убивать, нахуй. Вы че, ебанулись? На, нахуй. А, не надо. Просто форстаф и все, ну. Старфолсом, то есть. Форстаф, ебать, старфолс. Форстаф, скеля, привычка. Два щита и друид инвалида нету. Одна плюха и ты три плюха, блядь. Нихуя! Вот это, блядь, взрыв, нахуй. А вот это серьезно было. Даже аж хулидринку ожил, ебать, ты слышал? Научи шутить, блядь. Мне кажется, 5 ЕП тебе надо за это дать, нахуй. Инвизибл сам, спасибо, я пошел, ебать. Урги, давай. Пятерочка, нахуй. Чисто топ-шутка, нахуй. Шутка дня, вау. Нахуй. Шутка дня. 5 ИП, нахуй. Начислить надо. Хорош, нахуй. Пошел, это я вообще-то, блядь. Кто, короче, переплюнет по взрыву хохота урги, нахуй, 10 даю ИП, нахуй. Мало. Чисто. Мало, нахуй. Ну все тогда, мало, блядь. Ебать. Шелфира, и рейсни, пока ты не в комбате, пожалуйста. Вот сзади. Спасибо. Сзади? А это будь осторожен, нахуй. Ресни его сзади. Или подержи хотя бы сзади. Сука, у тебя, короче, когда ты прям смехом заливаешься, у тебя такой кринжовый смех прям. Это прям пиздец. Так это, блядь... У тебя прям пиздец здоровый. Сучивка есть. Это только... Кому-то нахуй тряпичную куклу бросают, блядь. Ну чё ты, я имитирую смех, блядь, тебя это не смущает? Пробуй там. Это только один из видов смеха, можно же разным смехом смеяться. Ну смехом. Да. Блядь, гиену. Смехом. БД сымет. Смехом, смехом. Смехом, смехом. Смехом. Кверху мехом. Угу. Смех смехом, а пизда кверху мехом. Да, давай. На ныл, ебать. Бьём, так. Давайте патруль убьем. Согласен, натуре. Давайте убьем патруль. Да. Так, воронку забрал. Групповая. А, натуре патруль. Левого контролю, короче, в корне. А правый на вас.
Отлично. Ранг ЛПМ прочитай. Что ты там? Потом контролируем свои. Нахуй. Не убивайте, это не кель. У, бля, Мосфир, ебать. Мосфир была сильная. Кирсори, отомстите, ебать. Быстрее, быстрее, добиваем, быстрее, пока они не очухались. Тоже надо отомстить ему. Это он Мосфир дал? Вихрь 28к. А Мосфир кто? А почему я награду на него назначить не могу? А, забагалось. Ну ладно. Потом. Я бы назначил тоже. Ладно, еще Буша нажал. Символически тупо там. Да, я лутера. Че, воронка выпал? Нет. Блять, я вроде ставил групповой. Да, прикольно, по четке. Сейчас. Так. Резаем вот эти 5 человек. И дальше добьем, там 5 пачек осталось. Так, погнали. А можно сдиспелить стан? Ты даже не успел это сказать, а стана уже не было. Не надо так. Надо так. Этот мем вспомнил где-то. С круглыми глазами эта девочка, это руками в одну сторону, в другую. Не надо так, нахуй. А я мем вспомнил. Амо. Какой? Анус? Амогус, блядь, ёбаный. Воронка. Фарм. Воронка, фарм. Да ёбаный, кто это сделал? Абэмэ, нахуй, блядь. Пусть ты 100%. Чё-то мне нравится. Панель пересмени, блядь. О, ещё воронка. Да ну нахуй! Ебать! Мне кажется, я кофе перепил. Блять, я рано прибыл, нет? Чего? Тебе не кажется? Походу там уже не только кофе пил. Пиво еще. Антисироп. Сироп. Интересно. Каша? Нет, кашля. Да блять! На тебе нахуй, смотри его теперь, блядь. За ГП берешь? За ГП отдаешь. Костя, прекрати. Дьяволский гениалкогольный коктейль. Ну-ка, блядь. Сука, чарж, будешь покинуть тело? Это тебе везет, что на зеленку он не реагирует. Согласен. А что ты мне всякую парашку? Это ты мне банку скинул на ману? Или ты я сам подобрал? Ты сам подобрал. Ну думаешь, что это за параша? У меня, блядь, сумки нахуй. Так оказывается, я, блядь, шарился там по мобам. О! Ёбаный. А, блядь, фары нахуй. Ты это в натуре? Это пиздец. Я сейчас, блядь, уроню кого-нибудь. Дай лучера другому, у которого, блядь, нет лутмастера этого ебучего. А чё у него? Ёбаный окно всплывает. А-а-а. Так он. Да. Так у меня, по-моему, такой же, блядь. Это, ну короче, в одного танка. А тут воронка лежит. Сейчас, я еще не дошел. Пиздец, катится там, ползет. Пиздец. Ты поставь. Ты нет, просто нажимай, когда предлагают тебе эту хуйню, все, и по пати быстро раскидывать. Быстрее, чем по этой залупе искать. Да, я быстрее так раскидываю. Ага. Мне что-то так удобнее. Вот, я прыгаю на воронке. Кто по залупе ищет, блядь, сейчас, блядь. Блядь, заебала хуйта кончена, пидор! Это было жестко. Где ты там прыгаешь? Вот, блядь. Не понял, блядь. Это было пиздец, конечно. Нет. Блядь, заебала хуйта кончена, пидор! Это прям пиздец, нахуй. Ты там потише свою хуйню сделай, блядь. Это кто? Это Луги, ебаный в рот. Хуй с ним, хуета конченая. И хуй ставь с... бебру и пошли, блядь. И заебало, блядь. Но пидор это было лишнее, мне кажется. Алло, Слава.
стоит. Ты танчить будешь? Юля соло. Юля соло? Сейчас как она на гитаре. Чего это? Тебе. Я в ретрика, правильно? Я про другое подумал, ну похуй. А Рога знает? Юля здесь соло. Что делать? Не надо про такое думать, нахуй. Вредно, блядь. Рога, на тебе появится череп из рейда на 20 метров выносишь его. Такие извращения, нахуй. Коша можно скинуть. Ты убегаешь от рейда на 20 метров, что? Нажимаешь Коша обратно. Мы в 5 хилов? Да, бьем, выносим метку. Напуливать на Аишу постоянно. Нет, не в 5. Зачем в 5? Друид инвалид в это, в сову. 4 хила. Или у кого из вас сильнее сова, там, подумайте. Ты... У меня. Пускай... Наверное, у меня. Мурлокос, наверное. Ну смотрите, тут нельзя проебать, нахуй. Вы в курсе про макрос? На цель цели. Это макрос для лохов. Макрос для лохов. Типа, смотрите, не проебите главное. У него нет реакции. Я понял, нахуй. Когда реакции нет, это детей дохуя получается. Ну да. Там на определенной фазе будут выходить два моба. Тот, что с меткой киднеями сбиваешь ему каст. А где заломанный? Если киднеев нет, гоуч вешаешь. Он же сказал, что ему на час надо отойти. А, хорошо. А чё я без маны, блять? А хуй знает, блядь, чё ты без маны. Так, а второго у нас кто, притон пофиряет? Так, ладно, масло есть. Потому что бич, Дон. Не надо. Помните, чё делать, Дон? Смотри, мага нету. А может кто на мага зайти? Святости надо чё-то отсюда? А чё делать, Дон? У меня есть маг. Притон может просто пофирять. Ну да, в корни его возьмем, и пусть фиряет. Короче, хорошо, притон, фиряешь? У кого там ассисты, блядь? Хулидринг, у тебя отключена эта хуйня? А Шалфир, у тебя отключена эта хуйня, чтобы метка миллион раз не ставилась? Ну, включена, я могу сам ставить. Давай ты поставишь тогда. Давай, Хулидринг, заберу ассисты, то у него там было, по-моему, спам. Этот. Значит, притон, ты контролишь тот, который без метки. Вот, там посмотрим, сейчас будет ставиться миллион раз, нет? Вот, а тот, который с меткой, его заливают. А которые без метки заливают тогда, когда босс исчез. Все. Черепок над головой появился, вынесли с рейда. Все, никакого сложного тут нету. Так, кто из вас в итоге в сове? Мурлокос, да? Все готовы, даю отчет. Подходим. Нифига себе, 5 сов. 5 сов, но я тоже в охуе. Давай, ебашим. 3, 2, 1. Геру? Геру быстрее. Вадикон, так что сейчас в итоге профитнее всего забиваться? Фулл СПД или СПД крит? Костя. Когда черепок выносят, отходите от него тоже, потому что вы стоите, если как столбы, нахуй, вместе с ним улетите и сдохнете. Имейте это в виду. Надо собрать крита немного, ну, совкап, а дальше в СПД. И когда вы бегаете, тоже смотрите, в какую сторону вы бегаете. Старайтесь убегать туда, где не стоит рейд, нахуй. Чтобы не заебывать людей. Там есть ачива. На этом боссе сдохнуть. Выбеги. Сдохнуть? Сдохнуть от гнева астроманта 18 рыл, блядь, чтобы сдохло, и потом еще победить чего его. Есть? То, что все должны стать в этом круге. И потом да. Добить его, типа, или что? Ну да. Нихуя не знал, что такое есть, блядь. Как по мне, блядь, максимально тупая ачива. Там что-то ачива с вайпом называется. Если бы за... Сейчас мы ее могли делать. Если бы за такой изврат давали этот, звезду Сизерген. Если бы что-то весомое давали, не знаю, воронку хотя бы, можно было бы такое делать. Но так нихуя не дают, за это нахуй надо. Каст не допускаем. Авелания. О, прям в центре рейда. Найди ему место. А, хорошо, что у него блинк есть. Плюс центр рейда, у меня блинк есть. Все, по боссу больше. Первого мы убили и фул по боссу. А тот стоит что без контроля? Смотри, фир, чтобы не спадался. Да? Друид инвалид. Если... Дона разъебет. Чен, там станом же работает, да, сбить каст? Да, да. По-моему. Смотри, если притон будет выносить, то оформите кто-то с палов, это, наверное, Хулидринг будет, стан по мобу, который в фире в корнях стоит. Потому что притяжка у него не сработает. Моба бьем. Все, моба.
поставил что-то макрос? Да, случайно кликнул. Зергаем. После звезды максималка в босса. Сбить, сбить, сбить! Чё, захилился? Не заметил. Притон, ты успел фернуть, нет? Смотри на фир на мобе. У босса твой дамаг не важен, мы... Ещё корни. На притоне. На моба смотрим. А, он без фира, смотрите. Я дал смерч. Обновил. Все, дальше притон. Повела не. Не того фернули. Чё мне ёбнул, я не понял, звезде. Блядь. Можно БР? Я поднимаю тебя, хэлла встал, Куизы. Вставай. Еще инр в лицо. Звезду зергаем. Все, дальше по боссу. Мурлокоз бедона, Мэтфок в Авеланию. Грипните его. А мы же грипните и просто кливайте. Вадикон в стелс. Орбит. Можете еще грипнуть? Друид инвалид в бедо. Смотрите, в корни грип не давайте, а то это потеря гриппа просто. Спасибо. Вы видели эту хуйню, алё? Алё. Алё. Там этот полет чаржем задоджился. Хуя себе. Не, ну бывает такое. Ты прям ждал, да, эту хуйню? Ну я специально... Катрися в беду на ино. И сработало, вау, поп-чам. Как ты сказал? Поп-чам. А что это такое? А ты, блядь, старый, ты нихуя не знаешь. Я понял, нахуй. Стелси, выбеги, стелси! Иди. Блять, тягомотный босс пиздец. Подтяните второго. Как же долго и стрёмная уебищная хуйня, которая принята по снизу. Авела. Войт иннер в беду. Ну, у меня еще КД. Я вижу. Мэтт Фокс сейчас откатится 3 секунды, иннер в беду.
контрольте, а, жреца. Притон улетел. Бьем. Вылетел притон, да? Улетел. Нет, улетел вверх. Мне показалось, улетел. Мурлокост, Inner Stealth, закинь. После звезды босса перевалили. Не сбили, да? Стелл. Вроде сбили, я успел блинкануть эфир дать. Сбили. Каст. Был прохит. Ну да. Так был. По за процентам, был. Кажется, было что-то, ну. Урги. Катрисия в Вавилане, Вадикон в Вавилане. Че, второй раз чарж? Да? Войд вынес. Давайте сильнее ее бить. Там такой хпс грустный, кто бы знал. Так и хули тут хилит. Ай, обидно. Чё там один или 2% дамага бьет. Дамаг постоянный. Чё это он застрял там же? Там 1%. Угу. Переводим и в мобов. В мобов. Канцелятор выносит. Мобов теперь добираем, звезду, потом второго. Хилит, он, блядь, захиливает еще будет. Нормально забили. Второго добираем. Из-под босса отойдите, РДБ. Там фиры. Друид инвалид, давай вовел. А все, там уже можете второй тотем поставить и все, добьется. Ады? Прибыли ады, смените цель. Ну понял. Добьем обоссанный. Обоссанный, я бы сказал. Геру. Давай, типа, 15 лямов, веселее будет. Как так-то, блядь? Чё? Обогнал Юлю. А сейчас она погнала меня. ХПС? Да, она абсорбит там, я не знаю, блядь, что она делает этой лужей. Жестко. Там не лужа, там абсорб его фроста. Ну вот, значит абсорбит. Процент там от ледяного удара. Абсорб. Ну, потому что я там напытаюсь для перебить. Нормальный ХПС. Это пиздец, грустный ХПС. Да, я понял, нахуй. Кайф. Надо кому-то это санина ебаная. Челфи, по-моему, ты второй лутаешь. Нет, крит-метка. Уменьшение урона по нему, что ли? Или мне показалось? Что происходит? Ну, может быть такое, да, может уменьшение. У меня только хвостовой есть. А-а-а. Ну теперь критовой у тебя есть. Антимагический панцирь 2 ляма абсорба. Так, а кто это говно носить mm-hmm. будет из вас, вот кто нажимает? Я трансмог беру. Или вы все трансмог? Ну... Да все, видимо, трансмог, кому он нужен? Это... Этот... Ну, на, кинь на ролл тогда. Киньте роллы тогда. Он у притона. Вот эта хуйня надо кому-то? Трансмог там или чё? Кто это? Кинжал. Жопа рез, значит. Так, Мурлокос отдал кинжал. Друидин говорит, можешь в хила обратно. Точнее, Мурлокос в хила спрыгай. Пока на трэш. Там на бусе сейчас посмотрим.
Тут есть патруль. Вот, сейчас подождем, он уйдет пока. И мобы. Центурионы корнюются. Боевой маг в первую очередь заливается. Где эта петушня? Вот по левой пачке даю корни по центуриону. И ждем, кто придет. И спускаемся. Влево-право, вниз спускаемся. Вон второго центуриона закорнюйте. Поставил на него череп. Кто-то из друидов. Вот эту всю хуйню, которая идет, хуярим. Так. Я по своему центуриону потом обновлю, блядь, где он там. Сейчас поближе его подпущу. Эй, Слава, подходи поближе. Так, все, подпустил. Ярим. Делаем пачку. Там обновите корни на своем, на черепе. Так, сейчас поэтому по кресту обновил. На кресте, на черепе обновите. Нормально. Вот теперь, теперь их играем. Вот крест пошел. Только гриб просто так не... Вот в эту хуйню гриб. Гриб просто так не тратьте. И по... идет патруль. Этого сейчас нужно отпустить с корней, чтобы патруль не сагрился. А, все, они уходят, нормально. Все, этого добиваем. Когда крутиться начинают, отходите на всякий случай от него, если гриппа нету. Все, сейчас, короче, с патруля. Левого центуриона за вихрю, за корнею. Сейчас ждем патруль. Сейчас они уйдут из, оттуда из пачки. Ждем тут их. Бегаем вокруг рандомного перса. Вот так вот, как я делаю. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп. А вот так. Ну, получается, я правого контролю. Вот. Ну, получилось. Инквизитора бьем, бьем в первую очередь. А, нет, господи! Вертушка! Оставьте их там в корнях. Отойдите от них. Так, вот этого ближнего законтролить, я свою дальнюю сейчас обновлю корни. Ага, все, отходим. Слава, что ты пил, скажи? Ближнего. Ближнего бьем. Ларчик покрепче пил. Айран просроченный. Да это пиздец, блядь. Я просто хочу знать, вот когда у тебя, вот когда ты на РТ приходишь вот после такого напитка. Да, надо, чтобы ты всегда под этой хуйней приходил. Почему? Всегда под кодеином чисто. Ну да. Мне бы такого не хотелось, наверное. На самом деле это был анальный секс, нахуй. Ты просто какой-то ебать гиперактивный, ты, блядь. Кто тебя ебал? Нет, почему? Нет. Почему меня сразу? Подрался, что я понял. Да, вот как надо оживлять людей, блядь, которые сидят чули там. Простое слово, блядь. Ачивка получена, вы ебали деда, да? Не, блядь, я понял. Плота, деда. Попу мыл? Нет, конечно, да. Это мне уже нравится, блядь. Кто был? Лава, ну хоть по любви. Да нет, нахуй. За деньги, да. За воронки, нахуй. За ЕП. Там вот сюда воронки деваются. Ну, челик аукцион весь скупил ради этого. Чтоб всех персов мне одеть, нахуй. Все, да, тварь? Сука, вот чё ты пил, нахуй, вот этот вот челик, который это базарит, блядь. Ты это вообще, блядь, это голосовая какая-то прога, да? Ты енотик полоскун. Я такую хуйню не смотрю, блядь, пидорскую. Блядь, осуждай, от меня не надо. Пидорскую. Ну, это по-любому голосовуха какая-то. Получается мут, нахуй. Чё, замутил кого-то? Да. Ну давай. Ну да. Маршал и инквизитор. Инквизитор, да? Да. Вот центурион подбегает. Осторожно. Центурион. Да?
говно! На, кринж. Побью Центуриона лучше, ближе. Опа. Я понял, нахуй. Здравствуйте. Я ваш дядя. Так, где ой, там? Ой, обрыгались. Где там этот моб умер? Так. Это две воронки, что ли, выпало? 10, блядь. Мне показалось. Показалось. Смерть. Так, тут не выпало. Ой-ой, куда ж вы полися? Ну, на да, туре. Слава, ты серьезно не знаешь Глада Валакаса? Тебе 30 лет, нет. Ты пользуешься интернетом, и ты не знаешь, что такое Глад Валакас? Серьезно? Нет. Он и есть Валакас, блядь. Жмышенко Валерий Альберто еще не знает, ты понимаешь? Это пиздец. Я знаю только, кто такой Владимир Семенович Высоцкий, но... Нихуя. Он разве Семенович? Конечно. Нет, блядь, Альберто. А, ты не верил, да? Меня... Не верил, нет. Да, серьезно. Пепелевый мой друг. Сейчас, блядь, гильдия деградирует. Да, на туре. Гильдия сдеградировала, ай, моя хуйня. Сдеградируй нахуй. Я понял, нахуй. Это была серьезная заявка. Заявочка на успех. На туре. О, сука. Что там нет? Короче, я ману рису, а вы как хотите. Как хотим. Нате, Инер, нахуй. Ну, как хотите. Нормального пацана. Все. Бидона бы еще резнуть успеть. Я его резну. Кинул пацана. А, он лежит. Поебал. На. Это я помню. Ты что-то, блядь, он знает. Кинул славяна. Поебал, на. Это Слава, блядь, Слава, Слава, что за алголовок? Славянчик на хип-хопе. Чё? Чё? Опа, нихуя, это славянно? Пиздец. Это было в клубе, песня такая. Славянчик на хип-хопе. Я так и знал, что Слава на самом деле... Что надо, я смотрю. Метр 40 ростом, блядь, альбинос и вся хуйня, короче. Там на фотке не он. На туре. Дал корни, к сожалению, в каст. Придется отходить оттуда. Ну или к счастью, может быть. Корни может только дамагом сбить. Ну, сбил уже. Можно гриппа теперь на следующий каст. ДКшников, к сожалению, не так много. Вот. Нет, грипп, грипп. Во, ура, на. Блядь, тройное, но, блядь, проникновение. Охуенно, фулл стан стоять, блять, я вам скажу. Это просто проникновение, нахуй. Это было, Костя, проникновение. На туре. Я надеюсь, тебе понравилось. Так, что у нас, притон будет генерировать агро, да, на бабе? Притон, да? Притон, ты тут? У меня краш. Так. Посох распыления. Так, ну надо так, тело найти срочно. Что там, Заханыч еще не вернулся? Часто он не прошел. Че он изменит, блядь? Чем пахнет твоя киска? Не люблю щиты сидеть. Нахуя он сидит? Он в инвизе спрятался. Да не в инвизе.
Он только что вышел из игры. Это... Этот завязывает эту хуйню. Завязывайте, блять. Где он сидит, я не вижу. Ну, он есть, пошел, блядь. Чимичанка, стоп, слово. Надо его произнести вслух и сказать после него ник того, на кого нужно наложить мульт. ДД Фласки? Да. Есть. Вот, в смысле, который ДБ, который дед дал. А, нет. Я так, понял. В одикону я давал саппорт. Давай сюда ДД Фласку. ДД фласку? Зачем тебе ДД фласку? У кого там саппорты? У Дикона? Да, у Дикона. Так. Ты чё, кончик, блядь? Нахуй. Живой. Ну какая-то хуйня в сумке лежит. Чумичанчит какая-то там была. Вот на тебе мобильный банк, нахуй, давай мне ДД фласку. Могильный банк, ебать. Блядь, я понял. Зачем ты мне обмен кидаешь? Я даже в банк не зашёл. За флаской кинуть? Ну, на подмис зашел. Родинка, у тебя есть на АП, которые? Нету. У меня есть фласки на АП. Так. А саппорт кто-то пьет вообще, или все фулл СПД пьют? Водикон, у тебя есть СПДшные? Кто-то на ХП пьет. У меня, которые для ока СПДшные. Слава, нам, шаманам, наверное, надо выпить саппорт все-таки. Я бы отписал, что он сейчас не может, он сейчас будет уезжать. Нам тоненьким надо выпить саппорт по-любому. У нас нету ДЦшника. Там будет Феникс вылазить, хлопать, блядь, и у нас будет шаманы умирать. Друид да, не да. Живет. Пускай выпьют. Так, вот. Да, можно не саппорт, а на ХП выпить. Так, вот те на АП, которые... О, блядь, ну да, на АП. Так, Вадикон, те на СПД. Где ты? Слышь, Войт, которые в ГВ полироли красные, купить их можно как-то? Это мои личные полироли, я в РБК ходил два раза, сложил туда. Офигеть. На СПД можно? Тоже у меня. Ну, ну я себе коплю, блядь, я когда-нибудь буду полироли себе закидывать, полировать камни. Так они, блядь, к тому времени подешевеют. Ну, не знаю, блядь, я по-другому к этому отношусь. Фласку на АП давай. Фласки на АП, хули дринка. А вы чё? Этим. Блять, а кто-то у нас зайдет. Валиду раздали. На, ты пятая. Почему? То есть, говорю, просто одна воронка в ГБ лежит, поэтому я спрашиваю. Одна воронка, ты с прошлого. Точно не положили просто. А сколько тебе полироли надо, красный? Сейчас, Никита. Мне. О, ты с Востона рисуешь или что? Могу одолжить, если хочешь. Мне пока не надо еще. Ну, я куплю. Ну потом купишь ворон эти полироли, я дашь. Сейчас я релогнусь. Если хочешь. Типа потом, когда они подешевеют? Да, потому что Т5 буду пихивать. А оно еще не скоро. А сколько у тебя есть? Не знаю, 12, 13. А кто 15, это воронкой, воронка так делает, ГБ? Это кто так делает? Ну, права у кого вообще есть? У тебя с собой? Так это вроде все могут делать. Нет. Он не, переставлять, кстати, ну это вот я не могу, это только те, у кого права есть. Это ему Фокс заговорит. А, да, я понял. Окей, тогда после келя. Жестко. Так я сейчас могу сгонять. Чекай, секерсори легендарный. Ну вот жив стоит, если они у тебя в банке. Жестко. Инжана, да. А я, короче, вход... смотрю, блядь, как воронка двигается по банку, думаю, блядь, Слава, что ты делаешь? А это, оказывается, не он. Не, может, это он все-таки делает. С воронкой. Дайте обмен. А ты мне дал, да, Кость? Или нет, я не помню. Дал, да. Хорошо, дал, ушел. Да. Называется, нашел. Все, больше никому не надо, да? Че там, на ДД фласк? 7 красных. Давай. Ну, не знаю. Да, в теории... Теории, блядь, 9 или 10, наверное. 13 у меня валяется. Давай 10 возьму, дашь потом. Окей.
Попроси питона поставить шкаф. Питона. Питона. Змея, поставь шкаф. Змея. На понда. Че там, 25-го челика никого нету? Ой, блядь. Получается, что нету? А нет, его нет, получается. Сова 257. Какая-то есть. Заебись. У меня минут 40, и я уйду. Это плюс БР. Если он умрет, это минус БР. И минус еще один на РБР. Не хочется во вторник бить это все. А че это вы в 6 часов все уходите? Странно как-то. Очень странно. Блядь. Мы все пить пойдем, тебя просто а не позовем. Че после келя ты хотел убивать? Мы че, будем бить или че мы делаем? Че происходит? Блять, вылетела игра нахуй. Тебя уже здесь.